The winner of the main meet is Evgeny Baidusev, Russia. На ковре B победу одержал Евгений Байдусов, Россия. На ковре победил Саед Исмаили Левиси, Исламская Республика Иран. On the mat seat, the winner is Saed Ismaili Levesi, Islamic Republic Iran. На ковре А победу одержал Георгий Чкиладзе, Грузия. Mat A, the winner is Георгий Чкиладзе, Georgia. Вера приглашается на борцы из категории до 80 килограмм. 1/4 финала. В красном Софа Младзе, Грузия. В синем Карен Кочетрян, Армения. Мэтт Хейн. Квей-класс under 82 kilos, quarterfinals. In red, Софа Младзе, Georgia. In blue, Карен Кочетрян, Армения. На ковре приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Павел Линчик, Беларусь. Мариандер Шена, Индия. Yeah.
Накопиться в честную победу на душе одержал Павел Клинчук, Беларусь. On that team, winner by 4 points, Павел Клинчук, Беларусь. На ковёрце приглашаются спортсмены весовой категории до 67 килограммов. Камил Александр Чернецкий, Польша. Гади Стоян. Challenge decision on red team. Blue outside from standing first. 1 point for red. Blue challenge one. Let's see their stars qualifying about. Weight class up to 67 kilograms. Rotation for the wrestlers. Kamil Czarnecki, Poland. Gagi Smoyan, France. On the main beam, the winner by technical superiority is Nikita Alexeev, Ukraine. На ковре с техническим преимуществом победу одержал Никита Алексеев, Украина. The next category on the main beam is up to 60 kilos. In red, Nicholas Pierce Buzekis, United States of America. In blue, Арсланбек Салимов, Поланд. Следующая категория на ковре Б до 60 килограммов. Красный, Николас Пирс Бузакис, Соединенные Штаты Америки. В синем, Арсланбек Салимов, Польша. Thank you.
столице с явным техническим. Challenge decision on mat A. Action from standing 4.2. Challenge lost. Победит Шах Хачатурян, Армения.